СМИ. Стрелявший в Лас-Вегасе покончил с собой. Стрелка якобы нашли мертвым в гостиничном номере. Подозреваемый в расстреле людей во время концерта кантри-музыки в Лас-Вегасе убил себя. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Sky News со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбарда. По его словам, 64-летний Стивен Пэддок, который, по предварительным данным, расстрелял людей, найден мертвым в своем гостиничном номере. Полицейские также обнаружили как минимум 10 винтовок. Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в центре Лас-Вегаса погибли более 50 человек и ранены свыше 200. Также отмечалось, что сотрудники полиции ликвидировали предполагаемого стрелка. По материалам сайта news.com.